залпа. На три орудия. Номер цели. Сьерра Танго 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Частоту. А? Частоту назови. Я плохо слышу. Француз, на крике. Он меня хуёво слышит. Какая частота, блядь? Точка 9. 109,7. Это чё частота? Наша отключена. Водолаз в доме, блядь. У нас водолаз, блядь, в триггере был, блядь. Банан стреляет. Убили кого-то только что. Да-да-да. Вижу, вижу откуда. За домом. За домом мы вдвоём. На юге. Не-не-не, там за домом они. Опять Никитоса ёбнул, блядь. В этом... А, Спарка убили. Вижу. Сдвига не надо, сдвига не надо. Только в дом Спарка. Он дом ещё чуть-чуть. Вот за этим домом, кто сейчас стоит, там враг. Ну, точнее, мёртвый враг. Да-да-да, я здесь еще вспомнил. Я на метке Мью и Мазель. Чё, они уже сформировались? Нет. Ну, двое было. Еще смотрим, их было больше. Значит, еще есть заход сейчас будет. Ну, их КВ молчит. А у них эти, блядь. А они только под водой работают, а я забрал еще эту ихнюю, блядь. РЦ-шку 152, не могу их научить. Забираю со Спарка патрон. Эх, братишка. Своё масло. Ну, бывает, вы. У них фадаки есть. Пускай это. Не-не-не, я говорю, пусть подойдут ближе. Не-не-не, бинокль, бинокль, это смотри.
Вот он прячется. Кера, прячься. Сиди там и жди. Они как пойдут, они пойдут. Стреляли, откуда не видел. Вижу, 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 они в домах, домах, домах они стоят. Сгоревший. Да, да, да. Там же наши Гера с. А ну, Гера все дома входибельные, живой, живой. Не, просто там что-то сейчас вот не видно, я не знаю, свой или не свой. На втором этаже вот как бы я бил, да? Да, а, все, значит, ты все понял. Вот, машу сейчас стволом. Не вижу тебя. А ты прям по центру стоишь, по крутом? Не мешайте Гере слушать, сейчас к нему толпа будет ходить. Я говорю, Гера, у тебя дом без крыши. Крыша. Он еще без крыши, без крыши, дом без крыши, противник. Еще один спускается, у березы с кустом. Если что, в этаж там,
Это мальчик. Да, да, видим, видим. За домом, блядь. Одиночек за домом. Наблюдает ДМ на 10-2. Я сейчас буду на север своей нет. Не-не-не. Еще за дымами бежит один. Кто стреляет в такой херне? Все, что не похоже на калаш, это не наш. Уходите в триггер, блядь, я подержу этот. Ой, один уже бежит в северном триггере, уже в самом южном доме сидит. Да-да-да-да, видел его.
осколы шли. Я стрелял, там внутри гоняет, блядь. Трутся там, да? Ну, он, походу, там в один, второй, потому что переплывал, блядь. Нет, двое твоих, когда зашли внутрь, двое было. Да, один переплыл, блядь, один остался на прикрытии. По мне. Отхожу. А с этого направления, с этого дома я по склону был. Да, он внутри еще без... Еще один бежит в домик, пью. Да, там двое уже. Вижу его. В этом домике арка есть, смотрите, они через эту арку могут перепереть. Они через этим домом, два человека как минимум. Да. За этим домом? Ну, ты не понял, за каким, за самым южным домом в северном триггере. Сейчас ты его слазишь, смотришь меня туда? Окей, ставлю. Напиши, что давай продолжим. Вижу один сотрудник, он берет. Ух ты, меня попали. Он мне давит. Я не знаю, ранил, блядь. Что найти все-таки к этому дому? Я поставил мне штурмой. Я за камни не дают. Да они вообще на пофиг стреляют. Они по мне лупят, они по сознанию, я сижу.